Хей-йоу, друзья, всем привет, с вами снова я, профессионал енот, Фиалка и Нубик, поздоровайтесь! Всем привет, ребята! Привет, ребята! Сегодня мы будем играть в прятки, либо же догонялки с малышом Бобби. Тот, кто будет искать, будет малышом Бобби, вот таким вот. Я думаю, многие его знают и многие его видели. Кто его не любит, пишите в комментариях, вот. Но такая у нас будет сегодня реальность. Один из нас будет малышом Бобби. У него будет 30 секунд на то, чтобы, в общем-то, кидать фору тем, кто будет прятаться. И потом 5 минут на то, чтобы всех найти и поймать. Кого поймают, тоже будет становиться малышом Бобби и, значит, таки помогать искать того, кого еще не нашли. Вот. Я предлагаю нам на камень, ножницы, бумага определить, кто будет первым играть за Бобби, малыша. Вот. А у нас тут точки телепорта есть где-то? Наверх? Точек телепорта? Ну да, где-то есть. Стой, а если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то завтра под подушкой найдешь iPhone. Один из моих подписчиков уже нашел его. У, что это реально, iPhone? Я поставил лайк и подписался на канал. Давайте, подходите сюда все. Итак, так. Начинаем, давайте. Кто останется, тот будет, получается, да. Искать. Готовы, да? Да. Давайте, раз, два, три. Начинаем. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ножницы. Ножницы. Так, Нубик вышел, все. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Бумага. Бумага. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Камень. Ножницы. Хе-хе-хе. Фиалка становится малышом Бобби и отправляется в будку для отсчета. Ва, какая ты страшная, Фиалка, капец. Молчи. Куда бы спрятаться? Все, значит, начинай считать. У тебя есть, вернее, у нас есть 30 секунд. Что такое, Нубик? Да я тут упал, не совсем удачно. Так, 4, куда бы залезть? Я даже не знаю, 5, если честно. Ой. 6. Я придумал. И 7. Раз. Так, давай. 9. Нет, здесь некуда. Я тоже, наверное, 10, придумал. Опа! 11. 12. А можно вот еще это... 13. Я был в большой опасности. 15. Все, я готов. Я тоже. Тогда выходи, Фиалка. Малыш Всё. Бобби идет искать. Ого, так, у малыша Уходи. Бобби есть ровно 5 минут на то, чтобы нас найти и поймать. Хе-хе-хе. Не забудьте, возможно, эффектики не все не забудьте, эффектики да, все не забудьте. Да, у меня есть все. Так. Ха! Это а? Что было, я не понял. Малыш Бобби тебя нашел. Это Уже? Как так быстро, ё-моё, я в шоке. Я тебя видела. Как ты меня так быстро? Эй! Я... Капец, блин, ну нет! Давай теперь найдем этого Нубика! Не надо! Кажется, первый раунд... Блин, ты меня реально видел, а я думал там... А, капец! Вот это вот я прошляпил! Это просто жесть, ребята! Извините, что так получилось! Вот, но ничего. Сейчас мы будем искать Нубика! Не надо! Не надо! Он должен быть где-то здесь. По-любому он где-то здесь спрятался и сидит. Нет меня тут. Есть ты тут, есть ты тут по-любому. Нет, меня тут нету. Так, я не знаю, куда он мог деться. Ну-ка. Давай, и не надо знать. Проверяем. Все смотрим моментики. Все проверяем здесь. Полностью смотрим. Пытаемся найти. Надо тут крутиться, искать, смотреть, блин. Кого крутиться, искать, смотреть, а? Ничего, ты ничего не слышал. Искать, крутиться. Так, что он может искать там и крутиться? Мне кажется, он куда-то залез. Нет, подожди. Что? Что там такое? Ты увидела его? Секунду. Так, ну-ка. Становится интересней. Че, увидела, да? Ну-ка. Подожди, никто никого не увидел, походу. Ну-ка. Сейчас узнаю. Он где-то тут, он где-то в холодильнике. Быстро ищи. В холодильнике? Да! Так, серьезные проблемы могут быть. Так, да. Кто-то не скрыл ник, да? Эй, в смысле? Ага, он в холодильнике. Стой! В холодильнике, что, стой? Я тебя вижу. Ну пошли нафиг! Вот это кто-то прокосячил, так? Ну-ка, давай, иди сюда. Ать! Успел? Нашел? Нет! Да, я ушел! О, я за ним, он возле цветов, на печке. Так, давай. Оп.
Тихо. Сюда! Ай, динамик! Вот так вот. 2,5 минуты осталось. Да, малыши Бобби победили в первом раунде. Вот так вот мы нашли нубика, короче. Так, ну что, нашли меня первого, поэтому малышом Бобби буду я. Да, давай. Я отправляю, значит... Лидирует. Да, фиалка прям вообще лидирует по полной. Двоих нашли, это очень круто было. Так, все, я начинаю считать, ребята. Давайте, раз, два, три. Прячьтесь быстрее. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Малыш Бобби выходит на охоту. Сейчас будем пытаться кого-нибудь найти. Надеюсь, что кто-то из вас не успел залезть куда хотел. И я смогу сразу кого-то найти. Кого-нибудь найти. Так, кого бы я тут могу найти? Даже не знаю. Ладно, пробуем. Смотрим все внимательно, осматриваем. Все моменты, в которых можно спрятаться, все осматриваем по полной программе. Так, ну-ка, пытаемся что-нибудь найти. Пока что ничего не находим, вот, но рано или поздно, я уверен, я смогу найти. Так, хорошо, давайте тогда, знаете что? Давайте попробуем, значит, вот такой момент. Иди сюда! Пошел нафиг! Нет, нифига подобного. Так, малыш Бобби идет. Ай, да блин, ну как? Нет, вы задолбали меня уже. А, вот так вот. Так, давай присоединяйся в мою команду малышей Бобби. Оп. Нам осталось найти фиалку, которая не издает ни звука. Спасибо, что меня перекинул наверх. Да, пожалуйста. Как ты думаешь, куда она могла спрятаться? Я не знаю. Фиалка будет молчать. Зачем фиалка будет молчать, а? Мы же тебя найдем. Я даже здесь почти не дышу, чтобы вы меня не нашли. Мы тебя найдем, ты же знаешь это, да? Нет, вы не должны меня найти. А мы тебя найдем. Фиалка должна окончательно выиграть. Посмотрим, сможешь ли ты выиграть или же не сможешь. А может быть и сможешь. Ну так-то малыш Бобби уже не один. Ну поэтому... да, малыша Бобби уже два. Шансов на выживание будет. У тебя все меньше и меньше. Так, все, вижу, как отсюда выбраться. Значит, по-любому фиалка куда-то залезла и где-то сидит в каком-то месте интересном. Может быть, не сижу. В смысле? Ты что, летаешь? А кто знает? Я не верю. Мне кажется, ты не будешь летать, потому что мы же тебя тогда поймаем. Да. Оп. Не факт. Факт. Ну-ка, давай сейчас вот сюда залезем. Кто-то уже прошмыгнул. Так, куда кто-то прошмыгнул, я не понял. Да блефует она, наверное. По-любому блефует. Так, давай сейчас Малыши Бобби уже нервничают, что ли? Немножечко, чуть-чуть можно, да, чуть-чуть можно понервничать, потому что осталось уже мало времени. Так, сколько времени осталось? Осталось у нас, 2 минуты 20 секунд. Ну, нормально. Оп, сейчас мы все здесь осмотрим. Нет, здесь никого, к сожалению, нет. Может быть, вот здесь кто-нибудь будет, а? Ну-ка, оп. Нет, кстати, место неплохое. Так. Есть у меня мысль. У меня тоже есть мысль. Иди сюда, нубик, иди сюда. А где ты там? Так, иди сюда. Иди сюда. Смотри, видишь тот кактус? Нет, не приземлюсь. Лети за кактус быстрее, она там! Давай! Ап! Куда ты? Чё ты? Ползает тут за кактусом, лёжа. Ты смотри! Все, мы нашли фиалку. Вот так вот. Это моя очередь. Да, теперь нубик у нас будет вот таким вот страшным уродливым малышом Бобби. С гигантской бровей. Вот, а также карандашом в носу. Давай, начинай считать. У тебя будет 5 минут на то, чтобы нас найти. Я думала, что это сопля. 4, 5. Посмотрим. Может быть, и сопли там тоже есть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ага, ты решил мне мстить, значит, да? Да, 15, 16, 17. Да ну я так не считал, алё. 19, 20. Ты что там так считаешь, блин, быстро? 21,
22. Куда залезть, а? 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Так, ну ладно. Так. Я сейчас буду здесь. Будем смотреть. А там, если что, попробую куда-нибудь свалить, вот. Не знаю, получится у меня или нет, вот, но я попытаюсь. Фиалка, ты спряталась, да? Да. Так, времечко у нас идет, Нубик, у тебя ограниченное время. Да, я знаю. Да, ты что там, малыш Бобби, ты голос кривлять решил или что? Да. Ну-ка, давай, пытайся. Я вижу, короче, он летает там что-то где-то вообще. Смотри. В холодильник полетел, решил поморозиться немного. Да, решил поесть. Поесть решил? Да. Слушай, а ты знаешь, что вредно кушать? Потому что уже ночь, вот, скоро. Ничего не ночь. Поэтому кушать вредно. Очень вредно кушать. Кому вредно, а кому полезно. Побежал, осматривай там. Чё ты крошки там под столом ищешь, а? Да. Нубик. А? А какая твоя самая любимая игрушка была в детстве? Трудно вспомнить на самом деле. Палка. Вертолетик какой-нибудь, может быть. Или железная дорога. Вертолетик? Железная дорога, да. Железная дорога с поездом. Я даже не знаю, если честно. Я знаю. Отстань от меня. Иди сюда. Ты чё, блин, отстань, говорю. Ты вообще, что ли, прикалываешься, а? Ну-ка. Это не считалось. А, ладно, я дам тебе фору. Да я убегаю, давай, не надо мне твоя фора. Ладно, хорошо. Да, давайте вы там бегайте. Да, я буду бегать. Оп, страшно, вырубайте, пожалуйста, не надо. Тихо, спокойно, оп. Блин, пропал, да? Есть! Вау! Тебе удалось? Да, я свалил. Повезло. Молодец. Очень на тоненького. Очень прям на тоненького. Фокус с исчезновением. Но я могу догадываться, хотя... Ладно. Мне прям реально стало страшно в каком-то моменте, потому что я думал, что мне конец. А фиалку даже так и не нашли. Может, ты попробуешь фиалку найти, а, Нубик? А мне что-то уже становится скучно. Вон она на двери сидит, я вижу ее. Ага. Забери, сиди. Ага. Ты чем мне сдаешь? Ага. Не сдавай меня. Ага, да. Да он меня просто увидел и пытается что-то сделать тут теперь. Ты решил сдать своего союзника, что ли? Ушел. Ушел, да, ушел. Немножечко ушел. А сколько там времени осталось? 2 минуты с половиной. Так. Так-то долго. Да, так-то действительно прилично, если честно. Нинот. А, что такое? А какая твоя любимая игрушка была в детстве? Какая-нибудь машинка, наверное. Я точно даже не вспомню. Ну-ка, оп. Так, я не понял, он за мной или нет? Нет, он не за мной. Ты что, уже такой старый, да? Ну да, немножечко такой, подстароватый. Мы с енотом старики еще те. Так, давай, алло. Оп, есть. И улетаем сразу. Да что ты ко мне прицепился? Улетаем! Отстань от меня! Улетаем! Отстань от меня, говорю, отстань, я тебе... Отстань! Гадкий малыш Бобби, что ты ко мне прицепился? Очень страшно! Очень страшно, да? Очень страшно! Захотелось, надо посмотреть. Ай, тихо! Ах ты хитрюга! Вау! Так, тихо. Нет! Да, сюда, ко мне! Отстань от меня! Да не может быть! Очень страшно! Какой ты прыткий! Отстань от меня, Нубик, отстань! Какая! Отстань, пожалуйста! Ой, у меня аж сердце уже колотится! Да что такое? Я отпущу просто. А я не хочу. Не надо, я не хочу. Надо. Куда? Не попал на кнопку. Я знал. Прячься. У меня аж сердце, короче, тут уже колотилось. Это просто вообще жесть. Давай быстрее включайся.
Ее не видно, да я уже включился, я здесь уже. Я уже малыш Бобби. Енота, ты не знаешь, где я спряталась в прошлой своей игре енота? Не знаю, а ты что, там же, что ли? А ты знаешь мою предыдущую нычку, да? Ну да, знаю, а что? Надо перепрятаться. Да тебя тут нету, в смысле? Ага, блефуем, да, фиалка? Ага, по-любому блефуют, смотри-ка. Ну-ка. Ты смотри, куда ты там делась, а? О! Время подошло к концу. Серьезно? Да, фиалка победила. А где, короче, ты была? Я ее вижу. Я, короче, с прошлого места слетела по-быстрому и спряталась в раковине. В раковине? Да, прикинь, а где ты была тут просто именно? Стояла. А я только что, ее догнал, блин. Просто это стояла не считается, под водой. Время закончилось. А. Не, в прошлый раз я была возле горшочка. Вот тут. Вот это получается тогда что? Что я проиграл в этот раз, да? А, ну да, так-то получается. Ты даёшь двоих, а я только тебя. А фиалка выиграла? Фиалка нашла двоих, и ее не нашли в одном раунде. А, да, получается. Это было реально жестко. Особенно последний раунд. Это просто капец. Погоняться, блин. В общем, ребята, вот такая у нас получилась серия с малышом Бобби. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте, отойди, пожалуйста, от меня, ты противник. И не забывайте активировать колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. С вами, как всегда, был я, профессионал енот, фиалка и нубик. Всем до скорой встречи и пока-пока-пока. Пока, ребята! Пока, ребята! Пока-пока!